Добрый день. 17 мая 2020 года, или 5 мая по старому стилю, исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского историка, профессора Московского университета Сергея Михайловича Соловьева. Именно эта памятная дата позволяет нам уделить более пристальное внимание этому интеллектуалу, вся жизнь которого была связана с императорством Московским университетом. Сергей Михайлович Соловьев в Московском университете – тема моего сегодняшнего выступления. Позвольте, согласно академической традиции, предварить рассмотрение темы обзором литературы и источников, которые бы я мог порекомендовать любому желающему разобраться в судьбе, творчестве и научном наследии Сергея Михайловича Соловьева. Для того, чтобы представить себе Соловьева в пространстве Московского университета, прежде всего как профессора Московского университета, я бы рекомендовал обратиться к трудам прежде всего его учеников, двух его известных учеников, Владимира Ивановича Гилье, который в своей работе попытался представить Соловьева как национального историка России, единственного национального историка Европы во второй половине XIX века. Очень такая претенциозная задача, может быть, даже частично спорная, тем более, что наверняка представители различных национальных исторических школ наверняка хотят видеть в истории своей науки, своих национальных историков. Но вот Гилье утверждал, что ни Германия с Ранке, ни Франция с ее созвездием историков от Гизо до Мишле своих национальных историков не имеют. Не менее интересны и воспоминания исследователя Васильевича Ключевского, наследника Сергея Михайловича Соловьева на кафедре российской истории. Соловьев в своих исследованиях показал, как соотносятся в лекциях Соловьева теоретическое знание и фактический материал. Что именно хотел передать русский историк своим слушателям? Ну, об этом, наверное, чуть более подробно мы поговорим в соответствующей части лекции, а в связи с тем, что собрание сочинений Ключевского в 8 томах достаточно доступно для современного читателя в библиотеках, вот, всячески рекомендую вам к работам Ключевского обратиться. Важную роль в формировании традиции восприятие Сергея Михайловича Соловьева сыграли его родственники, которые, наверное, решили две задачи. Муж одной из дочерей Сергея Михайловича Соловьева, приват-доцент Московского университета Безобразов, стал автором первой законченной биографии историка, опубликованной в серии изданий Флоретия Павленкова, серия изданий, предшествующая современной серии ЖЗЛ, издававшаяся издательством «Молодая гвардия». А сначала сын Всеволод, а затем сын Владимир Соловьев очень много поработали над публикацией исправного и полного издания воспоминаний Сергея Михайловича Соловьева, записок для детей моих, очень непростого, подчас вызывающего большого рода конфликты и в научной среде, и среди исследователей, занимающихся изучением этого источника, но без которых, это, в общем, достаточно сложный эготекст Сергея Михайловича Соловьева, без осмысления которого, ну, практически невозможно заниматься его интеллектуальной биографией. Вот.
И вот введение этого источника в научный оборот и попытки создать первую законченную биографию Сергея Михайловича Соловьева – это достижение, которое, с моей точки зрения, смело можно соединить с ближайшим кругом родственников нашего великого историка. Что же, если говорить о работах, которые актуальны в настоящее время, изучение которых помогло бы вестись в научную лабораторию Сергея Михайловича Соловьева, то они перед вами на экране. Это, наверное, необходимый минимум для того, чтобы как-то начать ориентироваться в творчестве Сергея Михайловича Соловьева. Для введения в тему я бы рекомендовал очень приятную, наверное, самую доступную для современных читателей монографию «Серия жизни учебных людей» профессора нашей кафедры, профессора той кафедры, на которой работаю, профессора нашего исторического факультета Николая Ивановича Цымбаева. Он явно многое наследует от той традиции, которая идет от родственников Сергея Михайловича Соловьева. И, в общем-то, его монография во многом продолжает ту традицию, которую закладывает из образов. Ну и, конечно, Николай Иванович в своей работе аккумулирует те достижения, связанные с изучением Соловьева, которые имелись в отечественной исторической науке к концу 80-х, началу 90-х годов. Всячески рекомендую этот труд для прочтения, для введения в проблематику, связанную с деятельностью Сергея Михайловича Соловьева. Что почитать из Соловьева для того, чтобы иметь собственное представление о характере мышления, стиле подачи материала? Понятно, что самый простой ответ – это тот ответ, который давали профессора древолюционного Московского университета и его студентам, что все вы, дорогие студенты, должны в обязательном порядке прочесть 29 томов «История России с древнейших времен» Сергея Михайловича. Надо сказать, что научные внуки Соловьева, то есть ученики Ключевского, с этой задачей еще справлялись. Ну, скажем, есть воспоминания Богословского, который пишет о том, что на студенческой скамье в том числе эту задачу он решал. Но думаю, что современные студенты с трудом одолевают, если одолевают, многотомные произведения Сергея Михайловича. Но, собственно говоря, современные исследователи предлагают какие-то другие способы для современных читателей, чтобы ознакомиться с характером и манерой труда Сергея Михайловича Соловьева. И, с моей точки зрения, очень интересная подборка текстов, связанных с Сергеем Михайловичем Соловьевым, осуществлена в издании 83 года, подготовленном Николаем Ивановичем Баевым, Дмитрием Анатольевичем Левандовским, собственно говоря, моими коллегами по кафедре истории России 19-го, начала 20 века, и, которые позволяют, повторяю, вестись в научную лабораторию Сергея Михайловича Соловьева. В этом издании, насколько я помню, публицистический труд Соловьева 50-х годов, исторические письма. Здесь же публичное чтение о Петре Великом, фактически подведение итогов изучения Соловьевым переходного 17 века и Петровской эпохи, ну и вот как раз те самые записки для детей моих, воспоминания Соловьева, ключевой это текст для понимания личности Сергея Михайловича. В 90-е годы немного меняется источниковая база для изучения трудов Сергея Михайловича. Анатолий Николаевич Шаханов, крупный исследователь
русского национального историка как раз в 90-е годы публикует подборку, в которую входят университетское сочинение Сергея Михайловича «Философический взгляд на историю России», и в этом же произведении «Письма Соловьева из заграничного путешествия», ну, которое тоже позволяет проникнуть во внутренний мир, ну, может быть, во внутренний мир вряд ли, потому что нельзя сказать, что это источник, который позволяет понимать психологию героя, но, по крайней мере, в размышления Соловьева о сходстве России, Европы, роли христианства в России и в европейских государствах, ну и как бы понять привязанность Сергея Михайловича к России, к семье, к родным. Очень в этом плане неплохой источник. Ну и вот воспроизведение магистерской и докторской диссертации Соловьева осуществлено в 2010 году петербургскими исследователями. Это самый простой способ понять, как Соловьев начинал как исследователь, какие у него были взгляды к моменту начала преподавания в Московском университете. Ну, а в целом, конечно, достаточно доступны и вполне доставаемые в любых библиотеках, включая районные, небольшие библиотеки, ну, собрания, да, сочинений Сергея Михайловича Соловьева. Ну, вот два таких собрания сочинений. Одно в 15 книгах, опубликованное с 59 по 66 год. Это вот серенькое издание на первой полке с правой стороны «История России с древнейших времен». И второе издание такого перестроечной эпохи с 88 по 2000 год, которое очень интересное название, называется «История России с древнейших времен» в 18 книгах, но книг издано 23. Вот такое темно-зелененькое по центру на первой полочке. Ну вот с этими изданиями можно легко ознакомиться, ну, практически во всех крупных библиотеках. Ну, фотография на экране – это фрагмент выставки, которая прошла в Доме ученых, еще, я так понимаю, в докоронавирусную эпоху. Администрация Дома ученых, судя по всему, заранее подготовилась к юбилею Соловьеву. Ну вот, самые читаемые, наверное, книги современников наших с вами на выставочных полках можно было увидеть. Теперь давайте, собственно говоря, непосредственно к теме нашей лекции перейдем. Соловьев в Московском университете, Соловьев в пространстве Московского университета. Ну, несколько слов о Соловьеве, наверное, до университета, поскольку тоже, может быть, это имеет определенное значение. Соловьев из семьи, которая связана, безусловно, с духовным сословием, с духовным сословием. Кстати, это очень распространенная черта для историков Московского университета. Среди крупных профессоров Московского университета второй четверти 19 века, середины 19 века, второй половины 19 века, начало 20 века, ну, достаточно большое количество выходцев из духовного сословия. Отец Сергея Михайловича Соловьева был настоятелем домового храма Московского коммерческого училища, выучеником Академии Платона, выучеником митрополита Платона. Мать Сергея Михайловича была воспитана архиереем Русской Православной Церкви. Так что вот можно сказать, что достаточно глубокие связи с духовным сословием Сергея Михайловича имел. Правда, надо сказать, что к системе образования
и некоторым нравам, царившим в этом сословии, к эпохе реформ, Сергей Михайлович относился очень скептически, очень критически. И, с одной стороны, понимая и объясняя такое положение дел, все-таки надеялся, что русское духовное сословие, русские священники, русские клирики вернут себе значение, которое они имели в ранние века русской истории, когда, собственно говоря, церковь была центром просвещения. Не сложилось, кстати, у Сергея Михайловича Соловьева и роман с системой учебных заведений для детей духовенства. Он с ужасом вспоминал свой опыт пребывания, краткого пребывания в Московском духовном училище. Ну и фактически был понят отцом, и, в общем, некоторое время воспитывался на дому до тех пор, пока не стал учеником первой московской гимназии и учеником, который достаточно быстро вышел в этой гимназии на первые роли. Ну, не буду углубляться в годы обучения Соловьева в гимназии. Наверное, отмечу два важных события этой части духовного опыта, взросления, социализации Сергея Михайловича. Ну, во-первых, да, он был замечен и учителями, и учителем Московского учебного округа графом Сергеем Григорьевичем Строгановым, от позиции, от мнения которого очень многое зависело в столице. Ну и во-вторых, умение учиться, научился учиться Сергей Михайлович явно в этой самой гимназии. В общем-то, сделал себя сам, да, даже в нелюбимой математике, которая ему абсолютно не давалась. Он был одним из последних учеников в первый год обучения в этой самой гимназии. К концу обучения по всем предметам практически у Сергея Михайловича Соловьева высшие баллы, ну и он является, ну, то есть на выпускном вечере обращается с речью от имени своих однокашников ко всем присутствующим гостям гимназии. И таким образом в 1938 году Сергей Михайлович Соловьев поступает в Московский университет и учится на словесном отделении философского факультета. Но надо сказать, что вот эта часть биографии будущего великого историка, наверное, самая темная. Конечно, этот этап жизни Сергея Михайловича можно упростить. Ну и вот, собственно говоря, в картине на экране, да, в изображении на экране вы видите, что это донитростительная схема, да, вот, которая предлагает, ну, схема это показывает, что я предлагаю задуматься, то есть Соловьев думает над темой, кого ему выбрать в качестве авторитета Тимофея Николаевича Грановского, лидера западников, лидера новой профессуры Московского университета, которая из европейских стажировок, из-за границы привезла новые научные ценности, новые представления о науке, или Михаила Петровича Погодина, очень оригинального, очень интересного, подчас интуитивно много чувствующего историка, собирателя русских древностей. Но понятно, что это до некоторой степени схема. И, собственно говоря, вообще, собственно говоря, развитие Соловьева с 38-го даже по 45-й год, я бы сказал так, наверное, это и есть, как раз и есть выбор
между ну, вот таким русским самобытничеством, славянофильством, может быть, частично, хотя Михаил Петрович Погодин, безусловно, не представитель славянофильского течения, а самостоятельная, отдельная фигура в русской общественной жизни, в интеллектуальных дискуссиях 30-х, 40-х, 50-х, даже более позднего времени. Да, вот между русским самобытничеством и западничеством. Что происходит в университете у Соловьева, если вот так немножко от схемы оторваться? Ну, во-первых, продолжается чтение большого количества книг, и мне кажется, это очень в интеллектуальной биографии Соловьева чувствуется. Он человек, он самоучка и человек до многого доходящего сам, без опоры на какие-то внешние для него авторитеты. Вполне возможно, что именно на студенческие годы Соловьева приходится расставание нашего историка с таким несколько поэтическим взглядом на русскую историю, который был характерен для Карамзина, а к отрочеству несколько десятков фраз Карамзина Соловьев прочел, даже помнил его какие-то отрывки из Карамзина наизусть, и приобщение к той традиции, новой традиции в исторической науке России, которой подходит Соловьев благодаря чтению работ Эверса, профессора-юриста Гербского университета, и как сам Соловьев будет писать вот этих самых воспоминаний для детей моих, если Карамзин, да, ударял на сердце, то Эверс заставил задуматься, да, Эверс заставил включить разум. Ну, несколько так вольно пересказываю воспоминания Соловьева, но думаю, что вот смысл передаю близко тексту. И вот это требование, что русский исследователь, русский историк должен создать теорию русского исторического процесса, вполне возможно, вот эта идея самостоятельно появляется у Соловьева во времена его студенчества. Ну, до некоторой степени об этом свидетельствует и работа Соловьева, написанная по заданию Шевырева, которая называлась «Теософический взгляд на историю России», и которая очень причудливым образом соединяет некоторые ценности, под которыми явно бы подписались славянофилы, с идеей прогресса, с идеей европейских ценностей и так далее и тому подобное. Вообще, на самом деле, было бы очень интересно представить какие-то другие работы Соловьева, кроме теософического взгляда, которая введена в научный оборот, написанные в годы студенчества. Но мы точно знаем, что эти работы были. Например, Сергей Михайлович Соловьев написал работу для Михаила Петровича Погодина, будучи приглашаем к нему домой на Девичье поле, работая в древнехранилище Михаила Петровича Погодина. Ну, как вспоминает сам Сергей Михайлович Соловьев, Михаил Петрович куда-то его работу подевал, каким-то образом ее потерял. Ну, таким образом, наверное, мы никогда не узнаем, а что же Сергей Михайлович написал для Михаила Петровича. Есть еще одна работа, которую носил отечный Крюков все время в кармане в своем, да, и даже рекомендовал Соловьеву оставаться для специализации после окончания университета именно по всеобщей истории. Но что это за работа? Работа, кстати, посвященная, судя по всему, египетской истории, насколько это можно судить из, опять-таки, из воспоминаний Соловьева. Ну, вот как выглядит эта работа, о чем там писал Соловьев, почему она так понравилась Крюкову. Ну, вот, по большому счету, мы, опять-таки, не имеем никаких известий. Ну, еще очень важную черту
связанную с обучением Сергея Михайловича Соловьева в университете, можно отметить, связанную с формированием дружеского круга, круга общения Сергея Михайловича, общения со сверстниками. И тут вот Николай Иванович Сабаев очень многое сделал для того, чтобы показать искания различного рода, связанные с кружком Аполлона Григорьева, куда Сергей Михайлович входил, где пытался выступать с теми или иными идеями, и который, по всей видимости, какую-то роль, если не в разуме, то в сердце Сергея Михайловича оставил. При этом после окончания университета будущее Сергея Михайловича в университете, ну, нельзя сказать, чтобы было определено, поскольку Михаил Петрович его выделял среди однокурсников, но считал, что для оставления в Московском университете, для преподавания российской истории, в общем-то, есть другие более способный кандидат. Ну и поскольку окончательного решения о судьбе Соловьева в университете не было, ну, практически на три года, он уезжает за границу, и в отличие от многих русских историков, опыт становления исследователем у Соловьева весьма и весьма специфический. Редкие русские историки имели возможность стажировки за границей. Практически все русские всеобщие историки, специализирующиеся по кафедре всеобщей истории, имели возможность заграничных путешествий, имели возможность знакомиться с ведущими центрами исторической науки, с ведущими профессорами европейских университетов, могли хорошо понимать себе инфраструктуру для занятий историей в Европе. Вот всего этого русские историки были лишены, все, вернее большинство, но не Сергей Михайлович Соловьев, который благодаря покровительству победителя Московского учебного округа, графа Сергея Григорьевича Строганова, в составе семьи брата Сергея Григорьевича, бывшего российского министра, путешествует по Европе, ну и знакомится и с научными центрами, и с библиотеками европейскими, и с огромным пластом неизвестной в России литературы для Соловьева. По возвращению у Сергея Михайловича стоит задача защиты диссертации и решения вопроса о возможном оставлении в Московском университете. И тут надо сказать, что в жизни Сергея Михайловича случается первый университетский конфликт. Вообще вся жизнь Сергея Михайловича Соловьева в Московском университете – это череда конфликтов, вообще, как выясняется, говоря о университетской истории и говоря о университетской практике, безусловно. Университеты чрезвычайно конфликтные пространства. И вот первый конфликт Соловьева в университете – это конфликт с учителем, конфликт с Михаилом Петровичем Погодиным. В чем причина конфликта? Соловьев, понимая, судя по всему, что за ним поддержка попечителя, за ним поддержка графа Сергея Григорьевича Строганова, и видя вакантную кафедру российской истории Московского университета, вакантна она потому, что Михаил Петрович Погодин попросился у попечителя Московского учебного округа в отставку, стремится эту кафедру занять. Но оппонент, которому он направляет для экспертизы свою работу, этим оппонентом становится Михаил Петрович Погодин, который, с одной стороны, находится вне университета, а с другой стороны, мечтает в университет вернуться. То есть вот такая достаточно интересная ситуация. Кафедра российской истории пуста, и бывший профессор этой кафедры, и ученик этого бывшего профессора стремятся занять одно пустующее место. Ну и, судя по всему, Михаил Петрович ведет себя
Ну, если мягко сказать, то, наверное, достаточно странно. Он берет работу Соловьева для просмотра и долгое время не отвечает номинанту на пустующую вакантную кафедру. Ну, по большому счету, ни да, ни нет. Ну, очень интересно, вот эта ситуация ожидания описана Соловьевым в его воспоминаниях, к которым, вы видите, неоднократно вынуждены возвращаться. Во время прогулок по бульварам московским Сергей Михайлович Соловьев встречается с Грановским в окружении его друзей, то есть западниками, преподающими в Московском университете, которые, как явно это Соловьев пытается передать, очень саркастически Сергею Михайловичу замечают, что «а где же работа? Где же ваша магистерская диссертация?» Говорят, что вы талантливый ученый, талантливый историк. Если вы такой талантливый, покажите свою диссертацию. Соловьев отвечает, не кривя душой, что диссертация находится у Погодина. Ах, у Погодина, отвечает Западин. Ну, тогда это другое дело. Ну, и непонятно, что в этом ответе подразумевается, да, что не верят западники тому, что диссертация Соловьевым написана, какие-то другие вопросы хотят перед Соловьевым поставить. Но Соловьев понимает, что он в какой-то сложной ситуации. От него ждут диссертацию в совете факультета. Михаил Петрович не спешит эту диссертацию в совет факультета, передать. И вот Соловьев едет на дом к Михаилу Петровичу, имеет не очень приятный разговор со своим учителем, но все-таки добивается совсем краткой одобрительной рецензии учителей, по-моему, читал и одобрял, после чего диссертация передана в Совет историко-филологического факультета и в скором времени назначается защитник. Надо сказать, что перед завершением вот этого процесса, связанным с защитой диссертации, Соловьев не очень успешно, это тут практически все участники этого процесса об этом свидетельствуют, не очень успешно сдает сами магистерские экзамены. Он даже немного разочаровывает своего главного покровителя, графа Сергея Григорьевича Строганова, который замечает Соловьеву, что у него столько надежд на вас возлагаем, а вы так неудачно сдаете экзамены. Ну, надо сказать, что сдавая экзамены, в очень неблагоприятной ситуации находился Сергей Михайлович Соловьев. Западники его считали близким к Погодину. После статьи «За границей» Соловьев-Парижский университет. И оценивая магистерские экзамены, высоко оценили научные знания Соловьева, но очень низко такие способности Соловьева как ритора, способности Соловьева говорить, намекая всячески, что, наверное, это не самая подходящая фигура для занятия профессорской кафедры. Очень неудачный Соловьеву вопрос предложил Михаил Петрович Погодин, история отношений России и Польши. И, по мнению всех присутствующих, ответ был, в общем-то, ученический, но по этой теме не было ни новейших исследований. Нельзя сказать, что эта тема была очень разработана. Сам Погодин, судя по всему, надеялся, что Соловьев будет пересказывать недавно вышедшую работу самого Погодина по этой тематике, чего Соловьев, судя по всему, стремился избежать. И совсем провалил экзамен по политической экономии Соловьев. Вот у него была достаточно тяжелая ситуация. Не очень хорошо выдержал экзамены. Почему-то задерживается его диссертация. Вот, ну и в этой ситуации Соловьев проявил всю свою волю для того, чтобы диссертацию от Погодина в совет факультета передать. И вот надо сказать, что с прочтения диссертации, в том числе и западниками, резко меняются позиция, положение Соловьева в сообществе молодых
преподавателей Московского университета. Ну и важнейшую роль в изменении положения Соловьева, наверное, играет адъюнкт юридического факультета Константин Дмитриевич Кавилин, который в диссертации Соловьева, магистерской диссертации Соловьева называлась «Об отношениях Новгорода к великим князьям», «Об отношениях Новгорода к великим князьям», находит очень многие черты, близкие к его концепции русской истории. Да? И в результате те идеи, которые развиваются Соловьевым в его магистерской диссертации, ну ура, принимаются западниками. Западниками с радостью удостаивают Соловьевым искомой степени и, в общем-то, ожидают от Соловьева чтения лекций по русской истории в новом духе, в новом формате. Кстати, Погодин достаточно негативно отзывается о диссертации уже во время ее публичной защиты и придерживается точки зрения, которая, ну, немного Соловьева должна задевать. Он говорит, что как магистерская, то есть как научное исследование, работа хороша, но как профессорская никуда не годится. То есть, как исследователь, Соловьев делает правильные шаги в постижении русской истории, но если в том же духе, в каком написана его магистерская диссертация, он начнет преподавание с кафедры, да, будет читать русскую историю, то скорее студенты его потеряют, нежели приобретут. Ну, не очень понятно, что, чего больше в этом отзыве, да, такой научной ревности, педагогического опыта, ну, какого-то реального положения вещей. Ну, как бы дальнейшее развитие событий будет показывать, что в лице Погодина Соловьев приобретает критика на достаточно долгое время. Защита магистерской диссертации позволяет Соловьеву приступить к преподаванию в университете, а на следующих, ну, то есть, вернее, а на ближайших, то есть, а после окончания первого учебного года, на летних вакациях Соловьев заканчивает и докторскую диссертацию. И докторскую диссертацию «История отношений между князьями Рюрикова дома», которую достаточно быстро и защищает. То есть фактически ко второму, ну, к третьему году своего преподавания в университете Соловьев уже доктор своей науки. Доктор в 27 лет. Даже при том факте, что, ну, в общем, нельзя сказать, что это рекорд для Московского университета первой половины XIX века получения докторской степени в таком возрасте, все-таки это достаточно быстрое продвижение по системе научных степеней в Московском университете. Что же представляет собой Соловьев как преподаватель? Какие новые идеи привносит он в преподавание русской истории в Московском университете? Ну, для того, чтобы понять, что сделал Соловьев, нам, наверное, надо хорошо понимать, как читалась русская история, как читались лекции по русской истории до Соловьева. И тут надо сказать, что какого-то последовательного, систематического чтения русской истории, да, на кафедре университетской не велось. И как бы значение Соловьева в деле реформирования преподавания русской истории хорошо заметно
при сравнении того, как подходил к чтению курса русской истории предшественник Сергея Михайловича Соловьева Михаил Петрович Погодин с тем, что предложил Сергей Михайлович Соловьев. Ну, давайте вот этой проблеме некоторое внимание уделим. То, что Погодин не был систематизатором, не был человеком системы, это было ясно абсолютно всем его ученикам. До того, как Погодин возглавил кафедру российской истории, это произошло после введения в действие устава 1935 года, он некоторое время преподавал всеобщую историю. Это такая особенность, наверное, университета во второй четверти XIX века, что и на той, и на другой кафедре изначально историки могли преподавать. Так вот, по воспоминанию Юрия Петровича Самарина, Солонофила, который, в общем, Погодину в идейном плане частично сочувствовал, преподавание по всеобщей истории Погодина было убийственно для его студентов. Самарин вспоминает, что в течение 2 лет, которое отводилось на преподавание всеобщей истории, Погодин читал скучную историю торговли греков с персами в VI-V веке до нашей эры. Ну вот, современные комментаторы предполагают, что артель Погодина, Погодин приглашал к себе в дом студентов, которым проучал переводы иностранных исторических произведений. Какая-то артель Погодина перевела для Михаила Петровича многотомное произведение одного из авторов по истории торговли греков с персами. И Михаил Петрович Погодин, ничтоже сумняшся, приходил на кафедру, открывал перевод и зачитывал его студентам. И вот свой перевод он читал для студентов 2 года. Всей всеобщей истории, которую должен был Погодин прочитать за 2 года своего преподавания. Вот он переводную книгу о торговле греков с персами 6-5 века зачитывал. Чуть лучше Михаил Петрович выглядел как специалист по русской истории. Ну, для начала он приносил на кафедру работы Шафарика, посвященные славянским древностям, и читал какие-то выжимки, какие-то отрывки из работ Шафарика для собственных учеников. Потом приносил свою магистерскую диссертацию, свою докторскую диссертацию, а эта и другая была посвящена первым векам русской истории Погодина. И когда собственных материалов у Погодина для чтения дальнейшей русской истории не хватало, то он приносил тома «Историю государства российского» Николая Михайловича Карамзина и, с его точки зрения, лучшие литературные места из этой истории зачитывал для своих слушателей. При этом иногда забывал те или иные комментарии, связанные, или долго искал, или забывал те или иные комментарии, связанные с истории Карамзина, и те же студенты, например, тот же Сергей Михайлович Соловьев, подсказывали Николаю Михайловичу Карамзину о том, какие комментарии на лекциях ему нужно упомянуть, потому что они по-новому раскроют ту или иную тему. Большинство, таким образом, слушателей Погодина свидетельствовали о том, что Михаил Петрович не давал представления о русской истории как едином процессе, как о чем-то едином, связанном между собой. Да? Соединение частей русской истории у Михаила Петровича было механистичным. Ну и от преподавателя русской истории студенты ждали чего-то другого. И вот это нечто другое и было предложено в Московском университете Сергея Михайловича Соловьева. Уже первые лекции Соловьева вызвали прилив энтузиазма и у самих профессоров Московского университета, которые посещали его лекции, ну и, в общем-то, достаточно высокие оценки студентов, особенно первых курсов Соловьева, мы можем найти в воспоминаниях. Ну, если вы обратите внимание на экран, который перед вами открывается, три
высказывание курса Соловьева. Я привожу там высказывание Грановского: мы все ступили на кафедру учениками, а Соловьев вступил мастером своей науки. Если учесть, что это говорит Грановский, самый популярный профессор московских студентов, да, самый авторитетный профессор московских студентов, на лекции которым толпами сбегают студенты непрофильных факультетов, можно представить себе, что это за оценка. В том же ключе отзывается попечитель московского учебного округа граф Сергей Григорьевич Строганов, который благоволит Соловьёву, который сделал все возможное, чтобы профессор стал преподавателем в Московском университете. Дай бог, чтобы Погодин кончил, как этот начал. Здесь уже видите вот эта оценка и противопоставление Соловьёва, Погодина. Ну и вот недовольный Погодин, в конце концов, с фразой, смысл и значение которой я сейчас попытаюсь объяснить. Святого Сергия, куда вы денетесь с вашим юридическим характером? Ну, по мнению Соловьева, по мнению Погодина, Соловьев читает русскую историю схематично, да, диалектично по Гегелю. И с точки зрения Погодина, вот эта схема убивает живую русскую историю, убивает органику русской истории, и именно об этом вопрошает Михаил Петрович относительно первых курсов, первых лекций Сергея Михайловича Соловьева. Вопрос, который я предлагаю рассмотреть, это вопрос о том, как соотносится тот курс лекций, который читал Соловьев в университете, с историей России с древнейших времен, главным исследовательским трудом нашего знаменитого историка. Но отвечу на этот вопрос всем своим повествованием о Соловьеве как о преподавателе. Начну с того, что попытаюсь рассказать, как эволюционировал курс русской истории Сергея Михайловича Соловьева. Несколько лет подряд Соловьев читает, то есть на чтение всего курса русской истории отдавалось, ну, в общем, до 2 лет преподавания на историко-филологическом факультете, ну, даже до 3 лет преподавания на историко-филологическом факультете, 2 года на юридическом факультете. И изначально, когда Соловьев только начинал деятельность в Московском университете, всегда первый год – это общий курс русской истории, который Соловьев пытался довести до переходного 17 века. Но удалось это ему далеко не сразу. Ну, в первый год он дошел только до Ивана Грозного, потом стал захватывать смутное время, то есть освоил тот исторический период, который перекрыт трудами, например, Карамзина, кстати, ну, до которого до него доходил Погодин, а уже потом стал идти дальше к 17 веку. А вот второй год преподавания русской истории, это всегда был какой-то новый специальный курс, посвященный какому-то одному периоду русской истории. Ну, скажем, царствованию Романовых в 17 веке изначально, затем Петровским преобразованием, затем наследником Петра. И вот второй специальный курс – это своего рода введение Соловьева, да, заход Соловьева на те или иные статьи, которые будут исследовательские статьи, которые будут посвящены тем или иным периодам русской истории, и на основании которых, или с помощью которых, Соловьев будет писать свою историю России с древнейших времен. Таким образом, изначально Соловьев, судя по всему, хотел, чтобы в многотомную историю превратилась система его курсов, которые он читал для студентов исторического факультета. Историко-филологического, ну, сначала философского факультета, потом историко-филологического факультета, частично для студентов-юристов. Но
во время чтения этих курсов Соловьев достаточно быстро понял, что русская история не разработана в том виде, в котором позволит ему на лекциях эту русскую историю обобщать, представлять в каком-то законченном виде, и что надо сначала заниматься источниками, заниматься обработкой русской истории только для того, чтобы потом материалы этой обработки использовать в университетских лекциях. То есть для того, чтобы составить продуманные, законченные лекции, да, надо обработать большой источниковый материал, его продумать, им овладеть и уже тогда представить в теоретическом виде, в удобном виде для студентов. И вот, судя по всему, где-то с начала 50-х годов расходятся задачи чтения курсов и написания истории России с древнейших времен. При этом определенная корреляция между первыми томами истории России с древнейших времен и вот этим основным курсом до эпохи преобразований, который читает Соловьев, все равно существует. Некоторые идеи из истории входят в курс, некоторые факты, изначально которыми очень обильно оснащал свои лекции Соловьев, из курса выходят в историю России с древнейших времен, то есть материалы истории и курсов очень активно перетекают друг в друга. Эволюционирует манера чтения лекций Соловьева, ну, наверное, где-то с 60-х годов. Там, ну, во-первых, новый университетский устав, новые часы на преподавание истории появляются. Ну и вот тот курс, который начинал формироваться Соловьевым еще в конце 40-х годов, ну вот, становится более или менее законченным. Курс состоит у Соловьева, как правило, из теоретического введения, в котором объясняются задачи истории, цели истории, особенности русского исторического процесса. Это, собственно говоря, те лекции, в которых звучат знаменитые идеи о влиянии географического фактора на русскую историю. Это тот курс, где звучат знаменитые вот эти слова, что природа для Европы мать, а для России мачеха. Здесь разбираются вопросы прогресса в истории. Здесь разбираются вопросы связности, органичности, неделимости русской истории. Здесь разбираются вопросы борьбы государственных и противогосударственных начал, государственных родовых начал, то есть основа той концепции, которая найдет свое воплощение на страницах истории России с древнейших времен Соловьева. И некоторые другие теоретические проблемы исторической науки. Что самое интересное, количество лекций, которые Соловьев отводит на теоретическое введение, со временем будет только увеличиваться. Вот в том формате лекций, который читает Соловьев в 60-е годы, от трех лекций до, ну, может быть, третьего курса может занимать вот это самое теоретическое введение. Затем следует обзор источников и пособий. Вот на определенном этапе своего преподавания в университете очень пристальное внимание, очень внимательно Соловьев останавливался на источниках русской истории, учебниках русской истории, монографиях по русской истории. И, собственно говоря, на основе этих лекционных отступлений выходит целый ряд статей Соловьева в толстых журналах во второй половине 50-х годов, прежде всего это «Русский вестник», журнал 50-х годов корпорации Московского университета, где Соловьев активно печатается. И после того, как вот это историографическое введение к курсам русской истории оформляется в виде отдельных статей, ну, в общем, по большому счету, Соловьев перестает в собственных лекциях читать вот эту проблематику. Ну, самая известная статья, историографическая статья
Соловьева, Шлёцер и антиисторическое направление. Она небольшая, и, в общем-то, если ее освоить, она поможет представить взгляды Соловьева на историю исторической науки. Цикл статей Соловьева посвящено Карамзину. Очень, ну, нельзя сказать, что очень, но все-таки весьма интересный взгляд на технику создания истории государства российского Карамзина с точки зрения Соловьева. Да? То есть Карамзин как исторический литератор анализируется в этом произведении. Ну и в лекциях 60-х годов огромное количество все еще фактического материала Соловьев презентует для своих студентов, ну и считается, что затем этот фактический материал отжимается в учебную книгу русской истории, которая, ну, в общем, становится одним из таких достаточно популярных учебников, в том числе для гимназий во второй половине XIX века. Сейчас не скажу, сколько изданий. До 15 года претерпела учебная книга русской истории, но думаю, что по порядку приближалась к 10. То есть одна из популярных, особенно на рубеже 19-20 веков, один из более популярных учебников для студентов университета, скажем, профессора Московского университета, в том числе Ключевский, в том числе его последователи, включали учебную книгу русской истории как основное пособие для студентов Московского университета. А вот, собственно говоря, и данные. 59-й год, первый год издания учебной книги. При жизни Соловьева 7 раз, 14 раз до революции 17-го года, вот последний раз в 15-м году, вот видите, в типографии Солдатенкова издавалась эта учебная книга русской истории. Наконец, 60-е и 70-е годы, то есть до 60-го года мы встречаемся вот с таким построением лекций Соловьева в университете: теоретическое ведение, справочная литература, учебники, источники и масса фактов русской истории. А вот начиная, ну и, собственно говоря, в 60-м году, после появления учебной книги русской истории, Соловьев передает чтение древней русской истории, то есть русской истории до Петровской эпохи, второму преподавателю кафедры российской истории, своему родственнику Данилу Александровичу Попову. А сам Соловьев сосредотачивается прежде всего на лекциях по новой истории. Новой истории. Значит, как выглядят эти лекции по новой истории в Московском университете Сергея Михайловича Соловьева? Ну, первое, на первом, так сказать, структурном плане по-прежнему очень важную часть в лекциях занимает теоретическое ведение. И вот теперь оно огромное. Ну, в «Истории России с древнейших времен» издании перестроечном 88-2000 года опубликован курс, по-моему, как раз 73-74 года, и теоретическое ведение, ну, фактически безразмерно. Это большая часть из 40 лекций Соловьева. Да, многие такие факторы, ну, то есть это ведение, то есть ведение само по себе, ведение чувствуется теоретическое, но различного рода теоретические вопросы, теоретические аспекты, они пронизывают весь курс и затрагивают даже те лекции, где рассматриваются какие-то вполне понятные фактографические проблемы. Да, значит, теоретическое ведение, очень краткое изложение древней России как своего рода предыстории новой России. Фактически это выжимка из предыдущих лекций Соловьева, из уже опубликованных к этому времени томов, да, первых 12 томов «История России с древнейших времен».
Ну, в таком обобщенном виде вот этот взгляд Соловьева на древнюю историю можно найти в соответствующей статье 50-х годов «Древняя Россия» и в публичном курсе 52-го года «Взгляд на историю установления государственного порядка до Петра Великого». Ну и, наконец, третья часть лекции – это и есть новая история. Стиль изложения которой, подход которой мы можем ощутить, если внимательно прочтем публичные чтения Петра, публичные чтения Петра Великого, там, прочитанные Соловьевым в 1872 году. Как слышались лекции Соловьева, в чем была их особенность, как их воспринимали студенты Московского университета? Первая характерная деталь, что очень хорошо понимали слушатели Соловьева, это взгляд на историю России с всемирной исторической точки зрения. Это постоянное сравнение исторического процесса в России и в Европе. Ближе к концу 70-х годов фактически в своих лекциях Соловьев объясняет, почему русская история, ну, условно говоря, запаздывает по сравнению с европейской историей. Тут причины этого запаздывания, ну вот, которые Соловьев достаточно давно вынашивает, в лекциях они просто вот буквально по пункту и изложены. Да? Географический фактор. Русские люди осваивают очень тяжелую для жизни русскую природу. Они в явно неблагоприятных условиях по сравнению с германскими племенами, которые вторгаются на территорию Римской империи, благодатную с точки зрения материального процветания. Да? И радоваться надо, как бы надо сопереживать нашим соплеменникам, которые, получив худшие условия для развития, создали не менее великое государство, чем те же немецкий народ. Вот одна из таких идей Соловьева звучит. Ну, второй фактор, который тормозит исторический процесс в России, это борьба со степью, да, вечная борьба леса со степью. Мы такой своего рода щит европейской цивилизации от восточных варваров, от восточных кочевников. Ну и как третья составляющая, которая замедляет исторический процесс в России, ну это вот такое гипертрофированное государство. Мы должны были создать сильное государство для того, чтобы выжить. И русский народ пошел на различного рода жертвы, создал сильное российское государство, чтобы сохранить свою независимость. Вот они особенности русского исторического процесса, которые отличают, да, русский облик, наверное, русский облик русской истории от европейской истории. Да? Всемирная историческая точка зрения, сравнение исторического процесса в России и Европе. Это вот характерная черта лекции Соловьева. Практически все ранние ученики Соловьева, не поздние, до 70-х годов, говорят о том, о воспитательном значении курсов лекций Соловьева, и чуть попозже конкретные цитаты, связанные с вот этим процессом, я приведу. Более позднее поколение учеников Соловьева вот это воспитание истории тоже чувствует, но вы видите, какая разница восприятий людей 50-х, 60-х годов, 40-х, 50-х, 60-х годов от людей 70-х годов. Мне кажется, контраст будет очень разительный. Ну и, конец последний, вот этот исторический оптимизм. Реформа создает новое общество и государство. Да? Петровская эпоха, ну это своего рода такая матрица, которая... матрица современной России. Все вопросы, необходимость которых решать нужно в современности, все они возникают в Петровскую эпоху. Да? Мы наследники петровских идей, мы наследники петровского просвещения, мы наследники того общества, которое задумано Петра, мы наследники того характера взаимодействия между государством и обществом, которое создано Петром. Да? И
реформы не дадут России исчезнуть. Да? Реформы должны укрепить Россию. Реформы Петра вывели Россию в число великих европейских держав 18 века. Новые реформы, великие реформы должны не дать России упасть, не дать отстать от европейской цивилизации. Абсолютно четко вот эта идея в лекциях Соловьева ощущается. Теперь, что за слушатели? Как слушатели воспринимали лекции Соловьева? Ну, начнем с Гилье, который был слушателем в 50-е годы. Ну, немножко тут нарушим хронологию, потому что, по-моему, следующий у меня слушатель будет Константин Николаевич Бестужев-Рем, который чуть пораньше, раньше, нежели Гилье слушал Соловьева. Ну, увидеть, что восприятие студентов 40-х-50-х годов, в общем-то, достаточно сходно. Вот оценка лекции Соловьева Гилье. Это был не только исторический курс в смысле простого повествования, но и в смысле исторического строительства. В истории России, может быть, не было минуты, когда бы переслушивание не открывалось так убедительно великое будущее России, как в устах Соловьева. Что касается дочитаемого курса, то он, кроме научного интереса, имел серьезное воспитательное значение, идеи создания русского государства, лежащие в его основании и всюду в нем просвечивавшие. Это особенно бросается в глаза при сопоставлении с курсом Ключевского, который не без основания называли историком разложения. Константин Николаевич Бестужев-Рюмин, слушатель 40-х годов, для него, как и для Грановского, действительно, подходы к организации курса у Соловьева абсолютно напоминают подходы Грановского. История была наукой по преимуществу воспитывающая гражданин. Для того и для другого поучительный характер истории заключался не в тех прямых уроках, которыми любила щеголять историография XVIII века и которыми богаты страницы Карамзина. Нет, ни тот, ни другой из этих незабвенных профессоров не считал историю зеркалом добродетели. Но каждый из них имел другую цель. Они старались воспитать в своих слушателях сознание вечных законов исторического развития, уважение к прошлому, стремление к улучшению развития в будущем. Они старались пробудить сознание того, что успехи гражданственности добываются трудным и медленным процессом, что великие люди – суть дети своего общества и представители его, что им нужна почва для действия. Не с насмешкой, к сожалению, относились они к прошлому, но с стремлением понять его в нем самом и в его отношении к настоящему. Спроси человека, с кем он знаком, мы узнаем человека. Спроси народ о его истории, мы узнаем народ. Да? Вот этот взгляд на лекции Соловьева Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. Очень много Соловьева, как лектору Соловьева, педагогу, внимания уделяет Ключевский. И несколько просто потрясающих цитат из Ключевского вынужден, даже жертвуя временем, не жертвуя временем, для вас зачитать. Ключевский. Студенты, как известно, обладают особым чутьем профессорской подготовки. Они очень быстро угадывают, излагают им преподаватель продуманные проверенные знания, хорошо выдержанные и устоявшиеся воззрения, или только вчерашние приобретения своего ума. Серые мысли, если можно так выразиться. Слушая Соловьева, мы смутно чувствовали, что с нами беседует человек много и очень много знающий и подумавший обо всем, о чем следует знать и подумать человеку, и все свои передуманные знания, сложившие стройный порядок в цельное мерцание. Чувствовали, что до нас доносятся только отзвуки той большой умственной и нравственной работы, какая когда-то была исполнена над самим собой этим человеком, и которая должна рано или поздно исполнить собой каждому из нас, если он хочет стать настоящим человеком. Его нравственный характер очень поучительный. Готовый поступиться многим в своей теории родовых княжеских отношений на Руси ввиду достаточных оснований. Соловьев не допускал сделок нравственных отношений. Осторожный в решении научных вопросов он был решительным в вопросах нравственных, потому что основные правила, которыми он руководился при решении этих последних вопросов, имели в его сознании значение не теории, а простой математической аксиомы. Еще две цитаты из Ключевского. Одна маленькая, вторая очень большая, но которая, с моей точки зрения, лучше всего показывает воспитательное значение лекции Соловьева. Первое. Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройной нитью, проведенный сквозь цепь обобщенных фактов взгляд на ход русской истории. А известно, какое наслаждение для молодого ума, начинающего научное поприще, чувствовать себя в обладании цельным взглядом на научный предмет. Настойчиво говорил и повторял он, где нужно, о связи явлений, о том, что называл необычным словом «историчность».
Ну, вот этот цельный взгляд, законченный взгляд, иногда превращающийся в схему, это то, за что потом московских историков будут критиковать петербуржцы. Это то, что будет пересматриваться в монографических исследованиях тех или иных периодов русской истории на рубеже 19-20 века. И, в общем-то, у этого подхода были свои внутринаучные обоснования. Но все-таки для определенного этапа изучения русской истории вот этот общий взгляд на русский исторический процесс, попытки выработать какие-то общие термины, общие подходы, да, процессы, которые требуют наибольшего внимания. Все-таки вот этот взгляд на русскую историю оказался очень и очень важным, очень-очень верным на определенном этапе развития исторической науки. Наконец, вот самая важная цитата из Ключевского о значении Соловьева как педагога, которая лучше всего погружает в обстановку лекции Соловьева. Позвольте ее зачитать. С двух сторон Соловьев освещал излагаемые им исторические факты. Одну из них можно назвать прагматической, другую – моралистической. Соловьев был историк-моралист. Он видел в явлениях людской жизни руку исторической немезиды или, приближаясь к языку древнерусского летописца, значение правды Божией. Я не вижу в этом научного греха. Эта моралистика у Соловьева была та же прагматика, только обращенная к сознанию своей нравственной стороной. Та же научная связь причин и следствий, только приложенная к явлениям добра и зла, помышления и воздействия. Соловьев был историк-моралист в том простом смысле, что не исключал из сферы своих наблюдений, мотивов и явлений нравственной жизни. Кто из слушателей Соловьева не запомнил на всю жизнь этих нравственных комментариев, что общество может существовать только при условии жертвы, когда члены его сознают обязанность жертвовать частным интересам, интересу общему, что уже первоначальное, естественное общество человеческое, семейство, основываясь на жертве, основано на жертве, ибо отец и мать перестают жить для самих себя, что общество тем крепче, чем яснее между его членами сознание, что основа общества есть жертва, что европейское качество всегда торжествовало над азиатским количеством, и что это качество состоит в перевесе сил нравственных над материальными, что величие Древней Руси заключалось в сознании своих несовершенств, сбереженной ею способности не мириться со злом, в искреннем и горячем искании выхода в положение лучшее посредством просвещения. Все это, повторяю, довольно элементарно, но все это должно было быть продумано на студенческой скамье, и только на ней может быть продумано как следует. То есть хотел бы подчеркнуть, что многие поколения историков, слушающих Соловьева, прежде всего воспитательные значения лекции Соловьева ставили во главу угла. Да, Соловьев создавал определенную атмосферу интереса вокруг профессии историка. И вот это, может быть, его главный вклад в университетское преподавание истории, который, может быть, не меньшим, чем та источниковая прививка, то знакомство, та презентация русскому обществу источников русской истории, которые Соловьев осуществлял в своей многотомной истории России с древнейших времен. Но тут и развитие исторической науки, и смена поколений приводило к тому, что, конечно, поздний Соловьев очень негативно оценивался частью его слушателей в качестве примера непонимание Соловьева, приведу цитату из Милюкова, который руководствовался, в общем-то, уже новой научной этикой, новой научной программой, и был человеком, который сближал, скажем, москвичей с петербургской, вот такой источниковеческой по духу школой, связанной с разработкой задач исторической науки. Вот. Выглядит, правда, с моей точки зрения, очень и очень неприлично
воспоминания Милюкова, вот, скажем так, с нравственной точки зрения. Не случайно, что нравственного влияния Соловьева на себя Милюков, по большому счету, не признавал. Я раз пошел на его лекцию, профессор импровизировал, очень обобщая факты, он говорил утомленным голосом, жидким элементом в русской истории, в который раз приходилось ему выжимать смысл из 28 томов его истории, но жидкие элементы проходили отвлеченными призраками внимания слушать, и внимание слушателей не задерживали. В следующем году Соловьев умер. И такое восприятие лекций Соловьева могло существовать среди его студентов. Но я думаю, что благодаря вот этим цитатам, связанным с восприятием Соловьева его учениками, мы более-менее понимаем значение Соловьева как профессора Московского университета. И нам осталось рассмотреть еще два аспекта его университетской деятельности. Соловьев как декан историко-филологического факультета и Соловьев как ректор Московского университета. Но первое, что хочу отметить, что Соловьев в 1855 году фактически заступил на деканский пост после скоропостижной смерти Тимофея Николаевича Грановского, и первый свой срок на должности декана Соловьев просидел, находясь в сроке, который должен был досидеть до конца Грановский. То есть изначально Соловьев, взял на себя те обязательства, которые взял на себя Грановский. Ну и практически все современники рубежа 50-60-х годов будут писать о Соловьеве как продолжателе традиции Грановского. Что это за традиции такие и как они выразились в деятельности Грановского на посту ректора Московского университета. Но первая традиция, идея особой миссии университета, университет для общества. Да, но, собственно говоря, вы видите, что одна из исторических идей Соловьева – это идея такая общественного служения. Вся русская история – это история единения русского общества в деле создания новой России. Да? Собственно, университет в реализации этой миссии играет очень важную роль. Второй аспект традиции Грановского – антибюрократизм. Да, главное в университете лицо, а не должность, вещи поддерживать талантов. Да? Хотя Соловьев, видите, все важнейшие бюрократические должности в университете занимал, но подход его к решению тех или иных проблем, очень и очень небюрократический. Могу сказать, что очень неожиданных людей приглашал для сотрудничества с Московским университетом Сергей Михайлович Соловьев. Да, например, профессор кафедры церковной истории Александр Михайлович Иванцов-Платонов был приглашен Соловьевым после личного знакомства. Тот и другой, Соловьев и Иванцов-Платонов, вместе работали в Александровском военном училище. И в священнике Иванцове Платонове Соловьев нашел человека, который сможет сложные проблемы, связанные с церковной историей, доносить для русских студентов. И надо сказать, что Соловьев не ошибся, практически на 20 лет, сделав лекции по истории церкви в Московском университете, одними из самых посещаемых, связав целые поколения студентов Московского университета с актуальными, сложными вопросами церковно-общественных отношений. Да, вот это личное влияние, формирование этосо-профессорского служения, служить этификации ради науки, это требование Грановского, но надо сказать, что очень своеобразно это требование, традицию Грановского воспринял Соловьев. Один из тех немногих профессоров, которые практически не пропускали лекции. А в случае, если лекции вынуждены были отменять, например, Соловьев 60-х годов несколько раз преподавал наследникам престола, сначала наследнику престола великому князю
Николаю Александровичу, умершему скоропостижно в Ницце, причем считал его очень способным учеником и очень высокую оценку со стороны, и мы знаем очень высокую оценку Николая Александровича, который наследник престола давал Соловьеву. Затем Соловьев будет преподавать Александру Третьему, Александру Александровичу. Вот. И в случае, если отлучался в Петербург для чтения курса наследником, по возвращении в университет Соловьев требовал, чтобы ему вернули часы для того, чтобы он смог восстановить потерянное. При этом абсолютно хорошо известно, что Соловьев очень не любил личных контактов студентов. Он не шел на разговоры со студентами после лекций. Вообще все пишут о том, что Соловьев никогда студентов после лекции не задерживал и переставал читать сразу фактически после звонка, даже если этот звонок заставал его на полуслове. Соловьев очень дорожил своим временем и считал, что он не вправе отнимать чужое время. Но вот полнота преподавания, полнота разговора с студентами – это то, на чем Соловьев настаивал. И, ну, в общем, видел свое значение в том, чтобы сильных студентов отбирать из массы тех студентов, которые занимаются русской историей, и помогать им в дальнейшей университетской карьере. Но, ну, может быть, не случайно, что, в общем-то, в конце концов, именно Ключевского сделает Соловьев своим преемником, поняв, вот, ощутив, какой наследник ему требуется. Да, вот идеализм и благородные убеждения, как идея общего образования, история как главная специфическая дисциплина, которая формирует гражданина. Это идея Грановского, но это явно то, что было реализовано в практике преподавания в университете Соловьёва. Ну и вот просветительская вера в человека и исторический оптимизм, которого, конечно, у Соловьёва в пореформенную эпоху все меньше и меньше, но даже поменяв свой взгляд на прогресс, поменяв свой взгляд на будущее России в ближайшие десятилетия, перед студентами Соловьев до конца преподавания оставался оптимистом и требовал студентов верить в то, что их усилия, направленные на общественное служение, смогут изменить русское общество. Именно это служение обществу создаст новую Россию. Ну и, наконец, в эпоху ректорства Соловьева в Московском университете, ну, в общем, очень важные научные изменения, очень важные научные процессы затрагивают Московский университет. Собственно говоря, высший женский курс Гирье, открытый под личное поручительство ректора Московского университета Сергея Михайловича Соловьева, на открытии высших женских курсов, это первые официально разрешенные высшие учебные заведения, ну, фактически со статусом высшего учебного заведения в Москве, да, вот на открытии Соловьев произносит речь, обращается к женщинам, это не то, что женщины ожидают, но это то, что считает важным Соловьев для женщин сказать. Женщины, получив образование, должны стать самостоятельными фигурами, которые невозможно будет раскачать ни вправо и ни влево. Женщины должны стать вот представительницами современной цивилизации, самостоятельными, делающими независимый выбор. Да? Ну, по большому счету, в этой речи Соловьев отрицает необходимость, ну, скажем так, научного образования для женщин. Просвещение женщинам, к просвещению женщины призывают со временем, а вот наука, Соловьев пока не готов ответить на этот вопрос, нужны ли женщины ученые. И это, конечно, вызывает такую критику его позиции и критику
в радикальных изданиях. Дальше, ну, тоже такой достаточно интересный факт. Первая физическая лаборатория, самостоятельная, помещенная в отдельном здании, приходится на годы ректорства Сергея Михайловича Соловьева. И Соловьев отдает под нужды физической лаборатории ректорский дом. Дом, в котором, как правило, могут проживать ректоры университета во время исполнения ими ректорских обязанностей. Это вообще здание, находящееся во внутреннем дворе старого здания Московского университета. Ну, сейчас это одно из немногих допожарных зданий Москвы, уцелевших до 90-х годов, 90-х годов 20 века, но очень как-то своеобразно реконструированное в 1990-е годы. В общем, как бы оно существует, но есть как бы сомнение, что это, как сказать, действительно допожарное здание, как это часто бывает в реконструкциях в Москве в 90-е, может, там 2000-е годы, может быть, и сейчас. Но так вот, это здание Соловьев, у которого собственная казенная квартира, поскольку у него есть целый ряд должностей, которые позволяют иметь казенные квартиры. Вот этот дом Соловьев передает для нужд физической лаборатории. Физическая лаборатория для создания физического института будет находиться в здании ректорского дома Московского университета. Ну и, собственно говоря, событие, которое, ну, сыграло очень негативную роль и в жизни Соловьева, и, может быть, повлияло непосредственно на его здоровье, это так называемое Любимовское дело, после рассмотрения которого в Министерстве народного просвещения Соловьев покинул должность ректора Московского университета в мае 1777 года. Но если совсем уж обобщать, то Николай Алексеевич Любимов, профессор физики Московского университета, не ради него создавалась физическая лаборатория, сразу скажу, по-моему, все-таки Столетов был тем человеком, ради которого создавалась физическая лаборатория. Так вот, профессор физики Московского университета активно ратовал за пересмотр устава 1863 года, и в комиссию по пересмотру устава, существовавшую при Министерстве народного просвещения, очень активно поставлял сведения о всяких неурядицах, о всяческих проблемах, имевшихся в Московском университете. Активно свою позицию защищал Любимов в прессе, в периодике, с ним активно боролись профессора Московского университета. К началу 1977 года профессора Московского университета активно осудили позицию Любимова, настояли перед ректором о проведении экстренного заседания Совета Московского университета по делу Любимова, на котором было признано, что позиция Любимова является мнением, частным мнением профессора Московского университета, не является мнением всей корпорации Московского университета, и между собой профессора Московского университета, не сочувствующие Любимову, договорились не подавать ему руки в профессорской. Ну, вот такой вот бойкот был устроен Любимову. Любимов пользовался поддержкой русского вестника Московских ведомостей Михаила Никифоровича Каткова, человека, имевшего, ну, в общем, достаточно серьезное влияние на правительственные круги в Петербурге. Любимов поддерживался в том числе и императором. Ну и вот, ну, как скажем, различного рода порицания, которые были вынесены профессорам Московского университета и косвенно ректору Московского университета за позицию по делу Любимова, заставили Сергея Михайловича Соловьева Московский университет покинуть. И фактически последний год преподавания в Московском университете он на правах лектора преподавал, будучи уже не штатным профессором Московского университета. По-моему, в это время основным местом у него работы была оружейная палата в Московском Кремле. Ну и, собственно говоря, ну вот, 79-й год, конец 78-го, 79-го года, это время тяжелой болезни Сергея Михайловича, очень неожиданной. Вот, первым на эту болезнь обратили представители императорской фамилии. В начале 79-го года ездил
в Петербург читать лекции, ну, для разговоров, для чтения лекций для представителей императорской фамилии Сергея Михайловича Соловьева в Петербург. И будущий Александр III, увидев, в каком состоянии находится историк, он всегда всеми рисовался как пышущий здоровьем человек, розовощекий, белокурый и так далее и тому подобное. Он увидел, ну, в общем, глубокого старика, резко похудевшего, осунувшегося. В общем, делал все возможное Александр Александрович для того, чтобы с помощью Боткина, да, светила петербургской клинической медицины, чтобы что-то с Соловьевым сделать, но улучшений, по большому счету, не последовало. Здоровьем Соловьева в Москве занимался другой светило, собственно, клинической медицины, профессор Захарин. Да, это два таких антипода в терапевтическом деле, ну вот 70-х, 80-х годов. Боткин – это, как, не знаю, как сейчас скажут, доказательная медицина, различного рода анализы, анализы крови, и на основе подобного рода анализов составляется, значит, история болезни, изучается история болезни. Захарин – интуитивист, который очень подробным расспросом, разговором с больным создает очень подробную историю болезни, ну, и пытается таким образом дойти до причины заболевания. Так вот, Захарин обещает Соловьеву, и Соловьев об этом свидетельствует своей семье, что болезнь не к смерти. Все родственники поддерживают Соловьева в этом намерении побороть болезнь, но уже лето 79 года именины Сергея Михайловича Соловьева, да, летний Сергий, в очень тяжелых условиях справляется, к нему приходят все сыновья, дочери с их близкими, приходит Ключевский, Сергей Михайлович больной лежит в одной комнате и просто слушает, как близкие ему люди, ну, в общем-то, возносят различного рода здравицы, здравицы в его честь. И фактически вот с этого времени, с лета 79 года, фактически перестает вообще выходить из дома, вообще передвигаться Сергей Михайлович Соловьев. И умирает 4 октября 79 года. Нечто мистическое в этой дате заключается, некоторая мистичность этой даты заключается в том, что это дата смерти Тимофея Николаевича Грановского. Тимофей Николаевич Грановский и Сергей Михайлович Соловьев умерли в один день, и в течение долгого времени, эта традиция даже в 20 веке жила, это день поминовения учителей для историков Московского университета. Учителей, безусловно, надо поминать, о учителях безусловно, нужно помнить. Надеюсь, что традиция поминовения учителей 4 октября будет сохраняться. Но я рад тому, что и 200-летний юбилей со дня рождения Сергея Михайловича Соловьева удалось отпраздновать мне, по крайней мере, вот этим обращением к вам, мои дорогие слушатели. Спасибо за внимание. До свидания.